И всем привет, с вами Аракас, и это специальный репортаж про Саида. Какого фига он сюда зашел, а? Вот его кто-то взломал, стопудово, раз он сюда зашел. Стоит изумрудом еще. Мы тебя знаем, чувак, мы тебя знаем. Даже а сейчас... это вообще Финн стоит. Сейчас проведем с ним интервью. Где он? Зададим ему такой вопрос. Кто ты против? Что нам на это ответил? Что-то я вообще его не вижу. И где он? Сначала выясним его имя. Букмен? Букмен. А, точно, его уже недавно взломали, да? Так. Подожди, он глухой, что ли, блин, глухая тетерия. Инфузория. Глухая инфузория. А как вот Саида взломали? Я откуда знаю. Ой, лучше. Всё, Ирэзи, ня-ня-ня-ня-ня, я тут, Рус, привет. Да-да, я тебе вижу, я ППС проверяю. У меня очень мало ХП. У меня очень мало ХП. У меня очень мало ХП. Ну, если... Пика-пика! Вы знаете, кто, ну, имя Бруида, пишите в комментариях. Нет, так-то его зовут Саид, мы все знаем об этом. Нет, но... знаешь, что Саид? Он просто сейчас не кто взломал? Его какой-то чел взломал. Да. Человек, а не чел. Ну, человек. Ну, если вы знаете его имя, кто взломал, пишите в комментариях, мы будем очень рады, и я еще лишнюю лицензию куплю, может быть, подарю, кто скажет. Да, мы подарим лицензию тому, кто скажет, кто такой будет. Хотя как они узнают? Они могут узнать только, если у них есть лицензия. Если у них нет лицензии, тогда зачем им лицензия, Давид? Ты какой-то невадичный. Нет, ты же поэтому будешь смотреть. Ты же какой-то невадичный. Нет, они по видео будут смотреть, а вдруг это, ну, какие-нибудь друзья... Вот этого ну, который взломщик вот этого. Ну, навряд ли. Ну ладно, все равно. Арман тут какой-то агент кит. Супер кит, супер кит. Тем. Эй, идем играть. И на этом мы серию заканчиваем. Да почему заканчиваем это же не сыграли? Потому что это специальная серия. Да, это специальный, он прав, это специальный выпуск. Из-за этого мы заканчиваем серию, но прямо сейчас же включим ее. И если вы здесь впервые, можете подписаться на канал, поставить лайк. А с вами были Аракас, игрок, который расследовал все, Кронио 77, который искал этого Пруида, и комментатор, и главный агент по делу похищения аккаунта Пруида с Борт 53-93. И всем удачи, всем пока. Пока. До свидания.